Привет, девчонки и мальчишки, решалка 23. Я сейчас расскажу, как решается простенькая задача. Но раз вы задаете вопросы, я отвечаю. Кстати, вопросы некоторые я беру из сайта, который называется «Знания». Вот, очень хороший сайт, там ребятки задают всяческие вопросы и по мере возможности получают ответы. Но я рассказываю, как решаются некоторые задачи. Поэтому следите за решалками. Итак, задачка такая. Планета движется с постоянной скоростью по круговой орбите вокруг звезды, как показано на рисунке. Укажите направление линейной скорости планеты. Так вот, самое главное здесь, да, было показано, что тело движется, обратите внимание, вот я нарисовал чертеж, что тело движется против часовой стрелки. То есть вот так вот оно движется вокруг вот этой звезды. Это у нас звезда. А вот, а это планета. Вот она, планета. И она движется вот таким вот образом. А мы должны знать, что если тело движется по круговой орбите, то линейная скорость, она всегда будет направлена вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Вот. По направлению касательной в данной точке. Вот скорость, вот скорость. Вот здесь вот так скорость. И мы видим, что тело действительно вот так вот движется по круговой орбите против часовой стрелки. Поэтому линейная скорость — это правильный ответ А. Вот так вот. Значит, А — это направление линейной скорости. Ну и теперь в самом вопросе центра стремительного ускорения планеты. В общем-то и ответ дан. Вот планета. Вот звезда, которая эту планету притягивает. Центростремительная. К центру стремится. Центростремительное ускорение. Вот правильный ответ будет, естественно, D. Вот все. Это центростремительное ускорение. Вот так вот отвечаем на эти вопросы. Так что, что мы запомнили? Линейная скорость всегда по касательной, а центростремительное ускорение, оно всегда будет направлено к центру той окружности, вдоль которой тело, так сказать, движется. Вот все. Коротко, как говорится, и ясно. И, мне кажется, все понятно. А почему понятно? Да потому что вы учите физику на канале, который называется «Физика». Это просто, действительно, просто. Поэтому, если вы еще не записаны на канал, который называется «Физика», это просто, вот возьмите просто и запишитесь, и я вам буду просто очень и очень благодарен. Ну и, конечно, лайк не забудьте поставить. Все, всем вам доброго, до свидания, до новых встреч.